Диспансеризация – это комплексный медицинский осмотр, который проводят в целях оценки состояния здоровья. Теперь пройти такое обследование стало еще проще и быстрее. Для этого на территории Видновской клинической больницы оборудован специальный блок-модуль. В одном здании можно сделать флюорографию, маммографию, УЗИ-исследование, ЭКГ и другие виды диагностики. Как записаться на прием, рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Людмила Сухорукова. Запись на диспансеризацию осуществляется путем нескольких способов. То есть, во-первых, сам человек через портал госуслуг Московской области может записаться. Это услуги moslek.ru. Да. Либо же позвонить по номеру колл-центра 122, либо же через инфомат, либо же через другого врача. Для каждого пациента предусмотрена индивидуальная программа профилактического осмотра, в которой учитывается пол, возраст человека и ранее сделанные обследования. Перед тем, как получить список специалистов, которых нужно пройти, необходимо предоставить свои документы. Во-первых, нужен паспорт, СНИЛС и полис. И пациент должен прикреплен быть к поликлинике. У местных жителей блок-модуль диспансеризации пользуется спросом, так как все нужные обследования можно пройти в одном месте в течение дня. Пациентка Ирина Коркина выражает благодарность органам местного самоуправления за внимание к вопросам здравоохранения. Нам очень удобно, пенсионерам, конечно. Спасибо большое нашему руководству, что заботится о нас в нашем городе. Особенно нашему сейчас руководителю, который пришел, Катарова, который сейчас за нас очень беспокоится. Блок-модуль диспансеризации работает с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 15. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.